Пики-пики-пики-бой, пики-пики-бой. Я их обожаю. Я их обожаю. Единственный это не люблю потом балкон мыть. А вчера видео, которое я сняла, покушал, и мне спасибо сказал, накакал прямо в зале. А? Австралийские попугаи – это самые наглые попугаи в мире. Вот ты вообще в курсе, попугай? Нет? Ну, свинячишь. Ой, что это там на голове у него? Или он... Это уже виноградинку. А-а-а! Ой-ой-ой-ой-ой! А-а-а! Впился, как больно! А лапки теплые-теплые. Ну, а... Ай-яй-яй-яй. Тра-та-та-ра-та-та-там. Тра-та-та-ра-рам. Говори. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Тра-та-та-ра-ра-ра-рам. Тра-та-та-ра-рам. Ой-яй-яй-яй! Ой, вот... Ой, как больно! Слушай, я тебе когти подстригу. Клюв! Эй! Ой, какой! Ох, что? Пипи. Ай-яй-яй-яй! Он так больно впился! Ай! Тра-та-та-ра-та-та-там. Та-ра-ра-ра-ра. А! Ой, еще больнее. Ах ты ж, зараза. Кыш. Все. Сейчас перки у меня возьмет. А? Все? Не дам больше. Не дам больше. Что ты заглядываешь? Ну, вот. Видите, что? Головой тряхнул, на все стороны все разлетелось. Ну, иди сюда. Тра-та-та-ра-ра-ра-рам. Тра-та-ра-ра-рам. Трам-там-там. Трам-там-там. Трам-там-там-там-там. Ребята, вы спрашивали в прошлом видео, а может он домашний? Нет, не домашний. Сперва сам прилетел, потом подружку привел. Я не знаю, или друга. Ты мальчик или девочка? Ты кто? А? Или ты сам не знаешь, кто? Что такое? Не надо мне сейчас домой только заходить. Пик. Эй! Куда спрятался? Ой, какое небо голубое. Какая красота. Пришлось опять за другой порцией идти. Иди. Ой-ой-ой-ой. Как бешеный впивается когтями. Ребят, так больно, слушайте. Сейчас дырку в пальце сделает. Ай-яй-яй. А-а-а! Да ты никуда не упадешь. Ой. Ай-я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 й. Вот так уже лучше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот вам не будет видно, потому что отсвечивает. Попка, дурак. А? А ты совсем не дурак?
Ты умненькая зараза, а? Да что пи? Хочу резкость навести, но одной рукой ничего не получается. Тра-та-та-ра-та-та-там, тара-ра-ра-рам. Пики-пики, пики-свин. Пики-пики-свин. Ага, значит, пики-бой тебе нравится, пики-свин не нравится, да? Пики-пики-пики-бой, ля-ля-ля-ля-ля. Кто балкон будет убирать, эй? Тра-та-та-ра-та-та-там, тара-ра-ра-ра. Опа. Опа-опа, Америка, Европа, Индия, Китай. А ну-ка, улетай! Только сейчас у меня Митя получил по башке. Вполне серьезно. И знаете за что? Он говорит, сегодня утром прилетал твой попугай, и он тебя звал и орал, как подорванный на балконе, и я его прогнал. Чё ж это такое делается? Пока я не вижу. Так что, ребят, это он сейчас стал прилетать каждый день, и я очень рада, потому что, ну, вы сами видели, это вообще просто невероятно. Его хоть качай, хоть болтай, хоть на голову ставь. Это вообще просто реально как домашний попугай. А он еще хитрый. Он своей подружке, ну я не знаю, может это и подружка его была, он сразу не привел. Он всего несколько раз ее привел, и я кормила. На одной руке сидел он, а на другой его подружка, пускай будет так. Так что я даже не могла взять камеру, вам это снять. Хитрый, хитрый и умный. Вы знаете, так же, как и у людей. Абсолютно. Я их обожаю. Ребят, но у нас сейчас опять вот уже три денька солнышко сияет. Слава Богу, дожди прекратились, вода начала убывать, и там, конечно, смотреть невозможно. Очень многие люди, извиняюсь, лишились своих домов. Некоторым повезло больше, потому что если у тебя дом кирпичный, то он выстоял, а некоторые нужно только рушить и по-новому строить. У очень многих людей не было страховок. Я не знаю, как сейчас это будет все решаться. Показывали кадры, что там сейчас происходит. На это вообще смотреть просто невозможно. Там очень много погибших животных. И, наверное, вы слышали позавчера. По-моему, это позавчера нашли. Один человек утонул прямо в машине, так что это колоссальная, колоссальная трагедия, которая, ну, на Австралию срушилась, напала, господи, не знаю, как и слов подобрать, потому что знаете, один год одно, второй год другое. Чтобы хотя бы, а потом еще и третья вместе с этой заразой, поскорее бы уже жизнь наладилась. Никаких катастроф нам не надо, дорогие мои зрители. Ну а с вами была Элла Австралия, и я буду ждать, когда он опять прилетит. А Микиса получит, надо будет взять что-нибудь такое. Этот. Микису надо проучить, чтобы попугаев не гонял. Если бы прилетало много, я бы их не стала кормить, потому что они только узнают, что тут дают еду, они начинают прилетать целыми стаями.
Может и 50 попугаев прилететь. И потом от соседей не отгребешься, потому что они какают, летит на все стороны, на все балконы. И я не хочу, чтобы меня потом еще соседи материли. Так что а вот парочку я, конечно, с большим удовольствием буду кормить и вам снимать видео. Ребят, ну все, пока и увидимся очень-очень скоро. А с вами была Элла Австралия. Ну что, только его вспомнила, только вам пожаловалась, я испугалась, что он уже не прилетит. Ребята, вот буквально через минуту слышу пик. Так что вернулся. Вернулся зайка маленький. Свиненок. Ага, видите, на все стороны летит. А, твою! Эй! Он так больно ест, знаете, покусывает. Ты там, ты потихоньку, а то ничего не получишь от меня. Будешь кусаться, а то я тебя сейчас укушу. Я, знаете, снимала как-то видео. Ну и трясу я вот так попугая мне. Зачем? Зачем ты трясешь? Ребята, они как на веточках сидят, а? И когда ветер дует. Не, ну этот вообще. Этот супер наглый. Умница. Умница маленькая. Так. Тра-та-та, тра-та-та. Летит все. Очень большое солнце, поэтому не фокусируется. Ну-ка. Барашек. Так, как же тебя снять, да? Вот ты ж, господи. Ну. Вот он, вот она. Вот она красота. Сок пьет. Все равно не видно. Попугай, как тебя снять? Вот так, отя, отя, укорячится. Корячится, корячится. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, тра-та-та-та-та. А, все раскидал. Ну, все раскидал. Но нету больше. Нету. Нету. Пик-пик. 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 Опа. Ну все, а теперь пока.